Ну что, друзья, мы продолжаем знакомство с нашими детками. Кто еще не знаком с этой красотульчикой, знакомьтесь. Девочка, йоркширский терьер по кличке Есения. Вот такая красотулечка. Девочка в окрасе черно-подпалый. Вот такая красивая-красивая мордашечка с красивым окрасом. Посмотрите, яркий, четкий окрас. Маленькая курносая мордашка. Ушки стоят, волос у нее тяжелый шелк, вот прям легко-легко расчесывание, прям такой приятный-приятный волос. И он практически не путается. Ну, конечно, при должном уходе, при хорошем питании, если вы, конечно, расчесываете собачку, ухаживаете, вас, ну, не затруднит держать собачку с длинным волосом. Вообще шикарный. Такой вот прям волос, посмотрите на ее волос, такой прям классный-классный, очень красивый. Девочка уже с длинным волосом, все больше и больше напускается, очень красиво. Ушки тоже красиво она держит, хвостичек у нас. Вот такая вот красивенная девчоночка в поиске мамочек-папочек. Девочка полностью привита, документы, клеймо. Девочка по характеру активная, шустрая, дружит вообще абсолютно со всеми, просто коммуникабельная. Вот такая красавица ждет мамочку-папочку. Семью ответственную, любящую, понимающую, что это животное, что нужно за ним постоянно присматривать, уделять внимание. Девочка очень выносливая, поэтому если у вас семья активная, спортивная, вы любите путешествовать, любите много гулять, наслаждаться воздухом, природой и разными прогулками. И будете брать девочку с собой, она будет вам только благодарна. Очень такая вот любвеобильная и ну, любит общение с людьми. Прям будет очень рада. Ну, йорки вообще очень любят людей и готовы проводить просто круглые сутки со своими хозяевами. Если их берут с собой, они очень благодарны. Всегда расстраиваются, когда их оставляют дома. Но, к сожалению, бывают, наверное, такие моменты, когда не всегда можно с собой взять собачку. Но знаю много таких владельцев, которые берут их везде с собой, всюду. И в кафе, и в ресторан, и в салоны красоты, и путешествуют и самолетом, и машиной, то есть везде. И не одну собачку, а даже очень много. Вот, поэтому все ваше желание, ваши возможности. Если стоит собачку, или там у вас все-таки нет возможности брать всегда с собой собачку вашу, то порою, а даже очень часто, берут второго щенка, то есть подружку или друга. Тогда действительно они остаются дома вместе, и для них это, ну, очень хорошо, весело, и не так грустно, что они остаются одни, а вдвоем все же веселее. Поэтому таких владельцев тоже очень много в нашем домашнем питомнике, из нашего домашнего питомника. Вот, берут вторых собачек себе. Ну, это уже по желанию. Поэтому вот такая красотулечка в поиске мамочек, папочек. Девочка не крупная совершенно. Вот, вот такая красотулечка. Вот, смотрите, вот двух руках. Не стоит совершенно ничего вот так вот ее носить или в какой-то сумочке-переносочке. То есть без проблем. Девочка не тяжелая, очень красивая, очень аккуратная, коммуникабельная. Кому понравилась наша Есения, пожалуйста, обращайтесь. Доставочка есть в любую точку мира. Стоит только захотеть. Такая красота может жить с вами. Очень-очень красивая девочка. Взгляните на нее. Вот такие красивые глазки, бусинки. Красота же. Скажи, мама, папа, привет, я тут. Забирайте меня скорее. Все, всем пока, до новых встреч.